Всем привет! Сегодня пришла моя посылочка с AliExpress. Заказывала я баскетбольный мяч. Прошлый мой лопнул, но это не важно. Шла она быстро, 23 дня. Продавец оценил ее в $5. Я просил продавца положить какие-нибудь подарочки. Мяч стоил 1150 рублей. И тогда была еще скидка, как я помню. Давайте откроем. Придется порезать. Имя. Ну это ладно. Так. Отправил, но пришла она очень-очень мятая, как вы видите. Я не хотел бы, чтобы приходили мне такие мятые посылки. Но что поделаешь, наша почта работает для нас. Вот я вижу мячик. Как я помню, набор был, был мячик, должен был прийти. Потом сумка и все. Попросил я его, у него нам в магазине были браслеты. Потом напульсники. Ну, стоили они у него недорого, поэтому я попросил, пусть положит мне в подарок, так как мне на канал. Прорекламирую его. Ну ладно. Так что если вам понравится мячик, понравится то, что положил он в комплект, что-то нож такой тупой уже, то заходите на его магазин и заказывайте. А, нет, точно, еще должен быть насос маленький. Но нормальный. Так, вот мячик. А, вот и подарочки. Так, коробку, ладно, оставим. Это, как я понял, да, это сумка для мяча. Так она, ну, не очень хорошая сумка. Пахнет, ладно. Просто если куда-то надо носить мяч будет, ладно, буду носить. Потом, вот подарочки. Так, это браслеты. Он положил два. Ой, порвал пакет, ладно. О, так, получается. Вот две иглы он положил. Спасибо ему. Потом, и два браслета Nike. Вот беленький. Нет, так не увидите вы. Камера не фокусирует так. Вот так. Увидите, не увидите. Сейчас покажу. Вот так вот. Отсвечивает Nike. И красный такой же. Браслет. Спасибо продавцу. Потом напульсник. Даже два. Синенький. Но... напульсники не супер такие, обыкновенные. Как будто носок отрезали и зашили. Ну и ладно. Потом белый напульсник. Такой же по качеству. Ну, надеюсь, будет нормальный. Играть будет приятно. Сам мяч заказывал. У него было три вида мячей. Был Леброн Джеймс, Коби Браун, потом и Джордан. Захотелось мне не Джордан уже заказать, а Леброн Джеймс. Это тоже известный баскетболист. Он играет под 6-м номером. Вот написано Леброн Джеймс.
Вот его роспись, и вот его значок. Когда он... Я даже могу вам расшифровать этот значок. Когда он пришел в баскетбол, он играл по 23 номерам. Вот поэтому тут видно цифру 23. И его символы Леброн и Джеймс. Леброн Джеймс. Также его корона. Корона шифруется также. Леброн Джеймс. Очень интересные символы. Так что давайте надуем. Многие знают, фирменные мячи пишут Спалдинг, а тут Спиединг. Ладно, так, сейчас я тогда постараюсь надуть. Если у меня получится. Видео, походу, будет длинным. Ну ладно. Надеюсь, вам понравится. Насос должен накачать так-то быстро. Так как находится на столе, так. Насос качает не быстро, но ну вот, как вы уже видите, ладно, докачаю. Все, так, качал. Вот такой мяч. Леброн Джеймс. Тут на красном, а тут на черном. Да, попробую, сейчас схожу, попробую побить, покидать. Потом скажу вам, хороший мяч или нет. Ладно, ставлю на паузу, потом... Я ходил, играл мяч. Мяч, я вам скажу, даже очень хороший, лучше, чем мой старый. Старый я покупал в Адидасе за 3000, а этот купил за 1200. Ну, мяч очень хороший, ссылка на продавца будет в описании под видео. Мяч. Очень нужная вещь для баскетболиста. Отрабатывать броски. Поэтому все баскетболисты, покупайте такой мяч. Не пожалеете. Это семерка. Вам понравился мяч, покупайте его. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не расстраивайте меня. Пока.